Снова здрасте. Короче, сейчас я обозрю в третий уже раз, не пойму, что с этой камерой не так, куда я там не так жму. Короче, подарок на Новый год очередной. В очень красивом пакетике. Я прям тащу с него. Очень полезный подарок. Мне в жизни не хватало полотенца для лица. Теперь у меня их целых три. И вообще, раньше я использовала в этой квартире вместо полотенца для лица, полотенца для головы. Вот для рук есть... кухонное такое, типа. Для голова есть, для тушки есть, а для лица нема. И теперь у меня будет целых три полотенца для лица. Они, в принципе, одинаковые, разные только по цвету. Потом, значит, вот это вот синенькое. Такое голубенькое, полосатенькое. Вообще оно вот такое. А еще персиковое. Я думаю, что оно персиковое. Но тоже вроде как полосатенькое, но... Здесь полосочки не настолько явно видны, в отличие, но оно, наверное, как оранжево-персиковое, мягко-оранжевое персиковое. Вообще, я очень хочу есть, ну, не сильно так хочу есть, но оно мне напоминает что-то очень съедобное. Ну, и еще там был вообще зефир в шоколаде, это тупо к чаю, и вот такой тортик. Ну, тортик практически еще живой, и он как бы, я думала его разрезать, а оказалось, он... Один чисто в шоколаде, орешки внутри, а другой с орешками наверху, но тоже в шоколаде. Вот. Очень вкусно, кстати, тортик. Если что, это советую к приобретению. Без понятия, сколько стоит. Ибо дареный. А, вот такой у меня обзор четвертого подарка на Новый год. Один был еще до того, в том году, в конце того года, еще в декабре. Один я не обозревала, чисто фоткала в Инстаграм. И вот один обозреваю снова тоже. Четвертый уже. Всем пока!